Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру Penumbra «Дневники мертвецов». Продолжаем. В прошлой серии мы с вами читали записи, и мы их продолжим читать. Очень хорошая новость. Так, значит, вот у нас Амабель писала про какие-то реагенты. Ацетон, хлор, сера, йод, азот, бром. Реагенты будут автоматически введены в вышеуказанном порядке. Самая важная добавка – это вещество 65. До этого у меня был доступ только к 12 и 67, которые работали с разной степенью успеха. Так, а что это такое? Лекарство, да, понятно. Мы сейчас будем с вами делать лекарство. Аппарат для смешивания вещества. Вот, значит, аппарат какой-то, там реагенты будут, значит, и нам надо будет смешать их. Метод: все реагенты нужно смешать в Z3 и V2 в указанном порядке. По умолчанию они будут установлены в аппарат автоматически, их можно будет вливать в любом порядке. Вещество нужно вставить в ячейку контейнера. Очень важно, чтобы реагенты были смешаны в правильном порядке. Хлор, ацетон, йод, бром, азот и сера. Запомните, что в результате заводского брака нижний ряд кнопок имеет обратную нумерацию. Самая правая кнопка означает 4. После успешного смешивания носителю вируса можно ввести до 3 мг в зависимости от степени заражения. Заметки. Все реагенты и оборудование хранятся в смотровой. Вероятно, побочный эффект, так как поражение вирусом часть разума носителя является бледной копией самого носителя. Итоговое состояние больного неизвестно. Лично я бы надеялась на лучшее. То есть мы же сейчас как бы тоже бледные такие дедушки ходим. Дурочка! Также вероятно, что некоторые... Дурочка! Также вероятно, что некоторые признаки вируса останутся: телепатия, воспоминания. Вероятно, даже возможность общаться с центральной нервной системой. Вот это да. Но даже если мы не будем жить долго и счастливо, спасибо, что попытался, это очень многое значит для меня. А ты чё, значит, ты все равно... Види парабакакэпкэп. Пароля нет? Почему нету? Диагностика. Выберите команду. Обычное состояние выполнить. Проверка общего состояния. Понятно. Критическая. Перевозка недоступна. Шансы на выживание 78%. Ошибка перерасчет 0,78%. Да? Крайне. Состояние эксперимента. Подопытные шимпанзе. 3. Подопытная рыжая шимпанзе. Лабораторная крыса 12, человек 3. Состояние неизвестно. Количество посетителей. Хватит над котом издеваться. Последний новый посетитель 1 год 2 дня назад. Последний подтвержденный выход 8 дней назад. Выходов за последний год 31. Выходов за этот год 3. Посетителей в этом году 1. Лёш, сейчас ты будешь сам читать. Операционные системы. Проверка операционных систем. Поддержка жизнедеятельности 36%, хотел сказать 63%. Обслуживание отключено, транспорт отключен, связь только внутренняя. Защита отключена, трубопровод 100%. Дальнейшая информация недоступна. Шли вон. Главные события. Поиск журнала событий. Ждите. 21 августа 1972 год. Случай 18-7. 1 апреля 1972. На объект. Найдено вещество 63 и артефакт 66Б. Исследование гробницы. 35 записей повреждены и не могут быть открыты. Статус исследования. Текущий исследовательский проект. Ждите. Проект C-567. Состояние завершен. Результат отрицательный. Проект А-163. Состояние завершен. Результат отрицательный. Проект P-212. Состояние в работе. Результат неизвестен. Так, диаграмма. Диаграмма мозгов. Мануик. Численность населения. Сначала возрастала, а потом резко стала убивать. Дедулечка, да, стал всех убивать с топором. Так, скоростью мутации животных. Сначала такое, а потом вот, черви резко выросли, стали всех есть. Так, и химическая лаборатория «Шлюз». Дверь отперта. Пароль я не знаю. Что здесь за пароль такой?
Потом придем, введем еще, если найдем. Ну, вряд ли мы его найдем. Параляки нету. Пароль поганый. Эх ты, пароль. Так, я надеюсь, никакая там еще чокнутая мобель еще. Бабулечка. А, ты. А, да, ты бабулечка, точно. Долбанный вирус сидит. Так, как какой-то мы шлюз открыли. Может быть, вот этот? Нет, запечатанный, не могу это открыть. Пишет, что не может открыть, значит. Мы можем бить. Так, я вот что подумала. Почему бы нам не взять фонарик? Зачем он нам нужен? Светить чё-нибудь. До сих пор не могу описать словами то, что сделал Кевин. И что сделал я. Я изо всех сил сдерживал свой гнев и обращал его на пользу. Он помогал мне двигаться дальше. И с его помощью я намеревался навсегда излечить себя от Кевина. Паскудник, рыжий. Кевин. Это грузяка, что ли? Все. Ну давай, гниль, давай, дедулищ, дедюль. Ты без меня сдохнешь от скуки. Мы ведь действительно неплохо сработались. Давай считать, что мы квиты. Но если ты перестанешь пытаться меня уничтожить, я дам тебе пирожок. Вот ты как. Пирожок, какой. Давай пирожок. Пирожок хочешь мне дать? Фу, не хочу пирожок, не хочу. Хочешь мне пирожком? От вируса, от вируса мне пирожки не нужны. Так, ой, да. Кирка. Кто-то там ходит, да, смотри? А никого там нет. Я вижу, вон там свет, вот тут вот. А может, глючок какой-то? А, вот теперь он здесь, кстати. О, дедюлечка, хороший пупсик. Ну, подойди. Эй, привет. Дедуля, дедуль, ну иди сюда, пупсик. Иди сюда, иди к нам. Дедуль, ну видишь, хоть бы ты нас... А-ля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 . Хороший какой ходит, лысенький. Лысенка хорошая. Он нас не увидел, он слепой. Пупсик. Так, ну что, теперь у нас настало время... С хвостиком. Немножечко побегать, наверное. Поросенка. Бутылочку, ух ты, как она крутится, это хорошо, смотри, мы умеем... Так зачем мы здесь ходим? Дай, давай деда кинем, дед, идет, ну он идет. Хотел нас убить, но мы деда кинем, давай. Я так разок кинем, чтобы он пришел... Чтобы он пришел в себя. Ох ты, нифига, да мы циркачи, оказывается. Пойдем в цирк работать, все. О, а, так он ушел, он вышел, он ушел. Дедюлечка. Та-та-та-та-та, смотри, вот этот цирк. Тихо, кинь. Ух ты, гниль, давай, ну, иди ко мне. Да, мы теперь больше... Ух ты, у него там целая... Кто? Целая, пипирка целая. Там, это, как там его пипирка. Дидю... Ох, он светится весь. Пам. О, шайтан, тебя... О, о, второй. Привет. Ух ты, он вообще с молотком, смотри, как ты... Дедуля, гвозди забивай, работаешь здесь... Ты работаешь здесь с кем? Хочу на их двоих посмотреть. Дедюлечка хороший. О, какой ты грозный. Дедуля Годи, один рубит дрова и так сойдет, а другой... Куда ты пошел-то, я здесь. Один другой гвоздички забивает. Дедюлечка... О, вдвоем, два мальчика ходят. Дедюлечка... Что он там ходит-то? Ой, ты что, долбанный, что ли? Что ты такой... Эй, ты... Да ты слепой, оказывается. Мы тебе очки пропишем. Какое у тебя зрение? Линзы можем вставить. Давай в него ящик кинем, вот так вот. Он хотел... О, дедуль, давай, кидай. Ух ты, получил, бал... получил по башке, ура. Долбанный дед. Я мы больше тебя да. не считаю своим корешем. Ты враг. Так, вражеский. Куда бежим? Какой план? Хрен его знает. Пойдем хрену скупим с этим... соком я лимона. Я даже не знаю, мы уже вроде везде тут были, я даже не знаю. Дедюлечка. Чего их бояться, мы уже мобель кокнули. Посильнее туда. Бы ел. Ой, было? Он собственную кость ест, он сам питомник. Себя ест. Питомник, химическая лаборатория. Нам, пойдем наверное, в химикалии сходим. В химическую лабораторию, наверное, осмотровая исследовательский центр. Пойдем сюда. Хорошие дедульки ходят, уже двое. Они тут везде двери поназакрывали. Блин. Молодцы какие, все умеют делать. Смотровая питомник, исследовательский центр. Пойдем. Блин, сюда. Они нас не узнают, мы такие же, как они, мы кореша. Смотровая, исследовательский центр. Исследовательский центр, смотровая. О-о-о. Зайдем сюда. Смотровая, не помню, что там такое находится. А мы никаких этих реагентов не набирали? Не знаю. Хрен его знает. Так, мы здесь уже были. Тогда... Меня интересует наш инвентарь. Тогда валим. Где он там? Смотри, ацетон, бром, йод, хлор,
и азот. Пять? Походу... А, шесть. Значит, а нам сколько надо? Откуда я знаю? Столько и надо. Шесть и надо. Шесть. А у нас пять. Шесть у нас. В смысле шесть? А, это другая бутылка. Значит, еще где-то надо найти, наверное. Тогда сколько? Давай искать. Дюра, ты выпил? Ты выпил ацетон, что ли? В чем нам тебя теперь убивать и забирать ацетон у тебя внутри? Как нам тебя убить с твоим же топориком? Дюречка, дюречка, хороший белый крыс. Куда-то мы еще один просмотрели где-то. О! Может, здесь где-то? Товарищ реагент, давай труп разрежем, у него заберем кровь. Шестой реагент — это кровь урода. Ох, шнягонский. Ну ты шнягонский. Ой, кошмар. Как это он уже... разложенный. Фиговый. Коричневый. Да, он уже, походу, протух там. Там, наверное, пахнет плохо. Тут, походу, ничего нету. Так, тогда выходим, побежим в химическую лабораторию. Точно, в химическую давай лабораторию. Давай где-то спросим, где какой-то реагент. Где вот у нас может быть хим-лаборатория? А, она там, наоборот. Побежим туда. Дедюречка. Туда. Химическая лаборатория туда. Вот, наверное, здесь где-то. Химикалии у нас здесь. Не открывается. Не открывается. Не открывается, не открывается. Да что за фуфло? А это открывается. А там дедуля нас ждет, сидит. Бегает и ждет с фигней какой-то, которую ему замутили. Так, где, пожалуйста, скажите нам, химическая лаборатория? Теперь туда, прямо. Наверное. Туда. Ох, ходы сделали, мы тут круги. О, опять дед там. Да плевать на него. Дедюречка, пупси. Ты не подскажешь, где лаборатория? А, вон она там. Ух ты, кто дурь поганый. Вот она где-то там. Ух, болотная тина. Чокнутый какой-то дед. Слушай, опять по кругу. Может, вот здесь? Закрыть. Химическая лаборатория сюда, наверное. Да где она есть? Вот это здесь, может? Вот она. Нашли. Наконец-то. Долбаная железка. Пробежали кругами везде. Дедули там что-то нашли. Значит, скорее всего, в химической лаборатории... Даже наушник упал. Скорее всего, в химической лаборатории мы найдем последний компонент этот. Что там? Дедули с соплями, слюнями, побрызгал. Азот или бром, там что-то такое из этих. И тогда мы сможем сделать лекарство от вируса. Вот там утечка газа. Давай сегодня туда не пойдем. Вернемся как-нибудь потом. Эй, мартышка. Заткнись, вирус упыревский. Он нас специально злит, не обращай внимания. Гнили. Это специально все сделано. Мы на него не обращаем внимания. Мы его игнорируем. Так, я не прочитала. И чего? Прекрасно. Еще одна утечка ядовитого газа. А так, у нас противопук так есть? Так это ж у нас есть противопук. Да. Мы какой-то шлюз открыли, я так полагаю, это и есть он самый этот шлюз. Что тут нам надо? Закрыть эту утечку? Ох ты! Так, сделал заметку в блокноте. Где мы тут находимся? Тут что у нас? Где у нас тут утечка-то эта? О, это? А, ага, в трубе полно дырок, через которые в комнату выходит газ. Надо это как-то исправить. Слушай, ты там труба брать какая-то. Так, да, я видела трубу эту. Давай сейчас попробуем чем-нибудь долбануть, что ли, по ней. Пилой, давай пилой. Не получится. Не получится. А чем получится? Ничем, нет ничего. Пойдем брать. Давай тогда чем-нибудь. У дедули топор возьмем. Камень. Нам нужен какой-нибудь камень. Вот, смотри, что это такое. Камень, да? Или что это? А, крышка. Нормально. Нет, крышка слишком легкая. Крышка нам будет скоро. Давай вот этой вот коробкой. Дверь от компьютерного терминала. О! И чего? Так, всё? Теперь газ идет сюда полностью. Видишь, выходит. Да. Мы теперь, наверное, поставим вот эту. Сейчас товарищ труба. Залепим. Туда можно так сделать?
Ставь. Как? Ставить. Каком кверху? Упей, ставь. А, стык закрыт какой-то заслонкой, смотри. Вот этой вот заслонкой. Ее, значит, тоже надо пробить, да? Да? А чем ее пробить? Давай возьмем аналогичную коробочку. Коробочка. Вот этот пакет из-под мусора. С гвоздями для дедульки. Он же ходит молотком. А, нет, пакетом под мусор не получится. Дедуля. Все. Получится. Все, отлично. Газ иссякни. Пшел он отсюда, так, газ. Так, смотри, сразу дверь заработала, да? Никак. Так, все рассеивается, рассеивается. Газ, рассеивается. Убирайся отсюда. А это что такое? Фигнюшка. Очень крепкая аварийная дверь. Думаю, она открывается только в самых экстренных случаях. Так сейчас... А, сейчас же газ, мы не можем пройти. Можно уже выключить, да? О, все, видно. Прозрели. О, дедуля ходит. Нет, ходит. Фонарь. Фонарь. Дедуля. У нас 22 батарейки, надо их тратить. Дедуля. Где мы находимся? Что это такое было? Дед ходит. Направо поверни. Слушай, мартышка, они везде. Не ходи туда. Идем обратно, ты нас погубишь. Он чувствует, что там кто-то есть, что ли? Да. Дедюлечка хороший пупси. О, шняга ходит. А зачем сюда? Не знаю. Я спряталась. Я в домике. Хе-хе-хе, ах ты лысый упырь белый. А, не спалил или спалил? Нет, дедуля, спалил. Ты пьяный, ты ходишь к стенке от стенки, ты уже от голода опьянел. Ох. Выключи отель, охранник. Они видели нас. Выключатель, господи, я тут с ума сойду, наверное, Лёш, мне страшно. Быстрее. Там сзади есть выключатель. Где сзади? О, дед ходячий, я понял, что ты уже не наш друг. Где выключатель? Вот выключатель. Он. Да давай, ай, он по-моему-то понадёт просто. Дедюлечка, хороший пупси. Фу, слава богу. Ох, свалили. Это что такое? Дедушка, рядушка, какие? Бабушка. Камеры тут какие-то, смотри. Так, я так полагаю, нам не надо на камеру попадать, да? Да, на зеленый свет. Зеленый свет в данном случае так, труба. Тут не работает. Труба скоро будет, давай пойдем. Ага. Так, значит, аккуратненько проходим. О, кто-то через камерный свет. О, рычаг, вот нам надо на него и обратно. Ой, погоди секундочку. Начало у нас, конечно, было дурацкое. Все, помолчи, Кевин, достал ты уже. Что он под... это? Что с ним происходит? Я не хочу умирать. Ох ты, ох ты. Зеленый свет, зеленый свет. Вот этих-то нет хоть. А то это самые страшные, конечно, это они. Упырек. Да тут никого нет, иди, да иди. Так камеры. Сейчас нас подсветят. И мы будем уродами. О, о, так, я нашла. Главное нам дверь успеть найти потом. Все, плевать, плевать, плевать. А, так не надо было спаливаться, да? Значит, так. Так, что это значит? Это значит, что... Монстров сейчас выпустят или что? Это значит, что фикус. Здесь мы, наверное, скоро и будем подыхать. Дедюлечка. Да, здесь мы как бы подзакончим немного серию. Еще есть куда пройти чуть-чуть. Все. Че, все, опять? Да, мы немножко дойдем до сохранения. Да, если что, дойдем. Так что мы здесь закончим нашу серию Пинуки, Мануки, Мануки, Пакуки. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте и ставьте лайки! Пока! Пока!
что-то там не так. Мертвый работник, малоэффективный работник. Работая с опасными материалами, обязательно надевайте защитные очки. Храните личную капсулу с цианидом отдельно от аспирина.